Кемерове завершается ход строительства первой очереди президентского кадетского корпуса. В училище будут приезжать учиться ребята со всей территории нашего региона и ближайших субъектов. Конкурс 8 человек на место. Губернатор Сергей Цивилев и замминистра обороны Тимур Иванов посетили строительство. Площадь объекта займет 14 гектаров. На первом этапе строится учебный административный корпус, столовая на 900 мест, плац для построения кадетов, спальный корпус на 360 мест, медпункт, 2 КПП, полоса препятствий, крытый спорткомплекс, стадион с трибунами на 900 мест и 10 открытых спортивных площадок. На данный момент работы выполнены на 70%. Ну, одно из отличий, необходимо отметить, что все-таки климатические условия, и мы предусмотрели галереи, то есть весь комплекс зданий, соединенный между собой галереями, поэтому дети без выхода на улицу смогут перемещаться из одного корпуса в другой. Это раз. Второе, мы согласовали одно из направлений, это уклон, да, нашего училища. Это будет современные интеллектуальные системы, технологии и интеллектуальные направленность, как это может быть корректнее сказать, IT-технологии. Поэтому все будет оснащено по передовому слову техники, как и все наши училища. Это училище для всего Кузбасса и для соседних субъектов. Поэтому мы и ходатайствуем о том, чтобы это училище называлось именно кузбасским, а не просто кемеровским. А с точки зрения строительства училища, я горжусь то, что я офицер, и я вижу, как строит Министерство обороны. У меня, честно говоря, гордость такая внутри за наше Министерство обороны. Это действительно достойное строительство. И мы этот проект делаем совместно, Министерство обороны и Кузбасс. Вы видите, вокруг это все делается, все благоустройство огромной территории. Это все единый проект. На втором этапе строительства будут возведены 2 спортивных корпуса на 480 учащихся, спортивный комплекс с ледовым катком и бассейном на 40 человек в смену, крытая автостоянка. После окончания всех строительных работ здесь будут обучаться и жить 840 кадетов. Учеба начнется с 1 сентября 2019 года.